себя рыцарем. И все атрибуты для этого имеются. И доспехи, и мечи, и инструкция. Он называл меня солнышком и даже пупсиком. А потом подмешал часть снотворного и вместе со своей протеже глумился надо мной. Они оба, Билли и Вилли, достойны мести. И первый будет Вилли. Свои 20 она лучшая в бою на удобных самурайских мечах. Пока лучшая. Как говорится, кто с каким мечом к нам придет, таким мечом и получит. Учитель! Мне нужен надувной меч. Мне понадобится месяц, чтобы надуть меч. Советую тебе провести его в тренировках. Есть в Москве такие места, где тренируются последователи великого самурая Тэцунда Танабы. Воины эти завет мудрого японца драться, но не ранить, чтят. И чамбары называют. Стрибокс, где можно вырубить соперника, он встанет, очухается, потом вырубит тебя, снова встанешь, очухаешься, вот так вот идет, пока у вас обоих кровоизлияние мозга не начнется. Здесь один точный удар. Точнее, 5. Простых, стремительных, резких ударов. Для каждой части тела свой отдельный. В голову. По корпусу. По руке. По ноге. И в грудь. При всем желании проколоть соперника не удастся. Расчлененка за рамки воображения участников боя не выходит. Ударили тебе по руке, подразумеваем, что отрубили руку. По шее треснули, считай, голову снесли. Нанес удар, ты выиграл. Не нанес, получил, проиграл. Все просто, как и в жизни. Кстати, мечей 6 штук на выбор. Но настоящий самурайский потомок виртуозно владеть каждым из них своим долгом считает. Но все же начинать лучше с короткого, кадати. Ближе к телу проще. А потом и размер не помеха. Коли умеючи, не только нападай, но и уворачиваться не забывай. Ты должен почувствовать соперника. Вот он смотрит на тебя насквозь, просто просвечивает. Он знает все твои слабости. Потом как нападет и выиграет. Важно быть наготове. Когда дело доходит до схватки, избравшие путь воинов чамбары должны думать только о бою. Женщины в жизни, они очень мягкие, прекрасные такие существа, но когда приходят на тренировку, они просто звереют. Они заводятся с полуоборота и рубятся так, что слов нет. И не надо. Больше действий. Последний этап подготовки к решающему поединку – парные мечи Нитарю. Самые сложные. Возьми, это лучшее, что я когда-либо надувал. Златовласый воин, иди и побеждай. Побеждать всех, кто окажется на пути, даже если это будет сам Будда, не обязательно. А обязательно помнить, что чамбара – это возможность. Почувствовать себя настоящим самураем. Пофигачиться с друзьями, с девушками, знакомыми, получить их там. То самое удовольствие, которое так важно в жизни. Вот и не лишайте себя этого. Чтобы ты лучше понял, Билли, серьезность моих намерений, я буду говорить по-русски. Ты следующий. Варвара, дежурная по рубрике. Ты не...